Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Российских водителей проверят на хронический алкоголизм. Россияне будут обязаны сдавать тест на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм, при прохождении водительской комиссии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на приказ Минздрава. Речь идет об определении в крови карбогидрат дефицитного трансферина, при обнаружении которого человек будет направлен в наркологический диспансер. Обследование направлено на выявление наличия у него заболеваний, несовместимых с вождением автотранспорта. На данный момент психиатр-нарколог может направить человека на сдачу теста на определение в крови КДТ при выявлении определенных симптомов или синдромов заболевания. Помимо этого, желающим получить водительские права предложат сдать анализ мочи, чтобы выявить, употребляли ли они психоактивные вещества. Как пояснили в Минздраве, приказ уже принят министерством и находится на регистрации в Минюсте. На этом пока все. Еще больше свежих новостей читайте на сайте mymsk.online. До скорого!